Быть человеком и оставаться им каждый день не так-то просто. Вот уже более 6 лет длятся баталии вокруг издательского дома «Вечерний Бишкек», который был захвачен рейдерским путем через суды. Но после смены власти все те судебные решения были отменены. Однако «Вечерка» до сих пор не возвращена истинному владельцу Александру Киму. Когда в 2014 году вся эта заваруха начиналась, ставший в этом деле фронтменом атамбаевской власти Александр Рябушкин – объяснил начало судебного процесса тем, что ему 20 лет назад, в 2000 году, заплатили за 50% доли в «Вечернем Бишкеке» и все остальное всего 5200 сомов. На бумаге это действительно могло быть так, но сколько Рябушкин реально получил, разные люди называют разные цифры, но всегда огромные. Более того, он после этого стал еще и главным редактором издания. Но по информации «Вечернего Бишкека» вы купили, то есть продали Тойгомбаеву свою долю? За 5000 сомов. Угу. Есть документы, договор, что я за 5000 сомов продал активы, которые на тот момент, ну, входили в активы, 50% акций «Вечернего Бишкека», здание 2000 квадратных метров, гектар земли в центре. Они стоят 5000 сомов, что ли?